И дом молитвой освященный стоит открытый всем ветрам. И учит бабушка внучонка словам отчизна, мама, храм. Сегодня вечером пригласили наших родителей в семейный православный центр. Вы видите макет фасада нашего здания. Сейчас родители подготавливают стену для нанесения данного рисунка. Вы видите изображение пчелок. Так называется наш отряд. Сейчас мы познакомимся с Марией Григорьевной. Это бабушка Алена Панаева. Мария Григорьевна, что вы делаете? Ромашки крашу. Чтоб было красиво. Ребята, все подошли. За моей спиной находится дружный коллектив родителей и их детей. Они сплоченно красят стены нашего семейного православного центра. Я пойду пчелок уж красить. Их можно сделать пульверизатором. Ну, в смысле, баллончиком. Ай, извиняюсь. Давайте, я нарисую, а вы будете говорить выше, ниже. Дальше куда? Еще. Выше, ниже? Куда? Мы с тобой красим ромашку и пчелку. На нашей стене будет очень красивая радуга. Вот это Вероника. Блин, из всех это краска. Дай мне, пожалуйста, зеленый, я сейчас сразу намажу. Я уже посмотрела. Он копает хорошо. Надо было параллельно еще не делать. Короче, это я не знаю. Мне правда была, я не первый раз там уже. Во-первых, жарко или жару с тобой нет. Мне понравилось. Че, она у нас положена? Вот это можно? Папа! Дим! Вот краска же! Так, девочки, идемте здесь кто-нибудь. Да. Пчелы не хватает. Друг друга храните во всех.